Жители и гости Новоуральска теперь смогут в режиме онлайн увидеть загруженность въезда в город и выезда из Новоуральска через КПП номер 1 и путепровод. Такая возможность в тестовом режиме запущена уже сейчас. Об этом шла речь на заседании рабочей группы по контролю за реконструкцией путепровода. Комментирует Вадим Хатипов, первый заместитель главы округа. Появились камеры, скажем так, направленные на территорию улицы Заречной, то есть от КПП Заречная, и она работает в режиме онлайн. Выходя по этой ссылке, мы подключаемся к этой камере и видим ситуацию онлайн. Значит, эта камера стоит в городе, и вторая камера установлена в поселке на территории около площади. То есть здесь тоже мониторится ситуация по наличию или отсутствию пробки, грубо говоря. Очень прекрасная мысль, идея, которая уже реализована. И прямо с сегодняшнего дня мы даем ссылки на эти камеры, чтобы каждый при въезде или выезде из города смотрел, значит, какая ситуация на сию минуту, для того, чтобы выбрать пути объезда, о которых мы уже постоянно говорим. Значит, либо выехать из города с другой стороны, либо заехать в город с другой стороны. Вот прекрасная, думаю, мысль. Еще раз мониторим ее на следующей неделе. Вообще отзыв хотелось бы знать от жителей Новоуральского городского округа. Камеры можно приблизить со стороны поселка, ближе, допустим, к проходной. И также удалить, скажем, от Заречной дальше к, ну не знаю, там, к кинотеатру «Родина» там или еще куда-то. Нужно это, не нужно? Давайте вот посмотрим на сегодняшнюю ссылку и, значит, выскажемся, хорошая эта история или нет.